по-нашему. Бессменный руководитель студии «Отечество» Евгения Бруславцева традициям не изменяет. «Разбитая тарелка» – это всегда к счастливому началу проекта. За ее плечами уже 13 фильмов про балаковцев, которые стали частью истории. Братья Мамины, Василий Чапаев, Валентин Ерошкин и многие другие. Сегодня стартовали съемки 14-го проекта, тоже не менее важного. Проект будет называться «Училище героев». Посвящен будет истории нашего коммерческого училища, то бишь все его знают как «Училище речников». История богатейшая. Во-первых, мы всегда стараемся рассказать о тех людях, которые действительно знаковые личности в истории нашего города. И поэтому этот проект вместит у нас в историю жизни и судьбы Кобзаря Ивана Васильевича, который строил на собственные средства это здание, давая возможность профессиональному училищу появиться в городе Балаково, первому причем. Вот. Ну и, конечно же, Грибанов, имя которого сейчас носит это училище. Казалось бы, где найти место для описания военной истории героя Советского Союза Николая Грибанова, чтобы в кадр не попадала современность? Съемки провели в Сосновом Бору села Подсосенки. Лесозащитные полосы стали окопами. Старые упавшие деревья сослужили роль скамеек. В начале каждой сцены рекомендации от оператора Антона Гудия. Мы будем, когда снимать, у меня просьба, пожалуйста, запоминайте свои начальные точки, то есть откуда вы стартуете при начале съемки. Ну, чтобы у нас не получилось, скажем так, как это называется, киноляпа, что ли, и так далее, и так далее. Чтобы у нас все процессы, все движения, они были как бы максимально, независимо от плана, все были слиты. Актеры, студенты Грибановского техникума и поисковики из центра НАБАТ. На главную роль подошел молодой артист Балаковского ТЮЗа Иван Ключник. Капитаном, вручившим награду молодому герою и который по совместительству является историческим консультантом, стал руководитель НАБАТа Сергей Василенко. За кадром он не раз подсказывал актерам, что им нужно делать. Мужики, командир идет. Да, то есть вы хоп, быстренько встали, да, хоп, поправились, так и все. Ты такой быстренько, хоп, встал сюда, сюда, вставай уже сюда. Хоп, поправился ремень, ты, соответственно, тоже. Да, встал такой, рубашку. Только это, вот так запрещено стоять. Да. Ноги только вместе. Первая сцена вручения Николаю Грибанову ордена. Происходило это прямо на боевой позиции в лесу. Впереди у актеров самая сложная сцена – подвиг солдата. Иван Ключник, хоть родом и не из Балакова, проникся историей 19-летнего героя. Во-первых, смелый. Во-вторых, отважный. В сложных ситуациях жизни не спасовал и бросился отважно на вражеские позиции. Ключевая сцена в роли – это сцена, где он бросается на точку огневую. Съемки документально-исторического фильма «Училище героев» будут проходить до сентября. Сцены, которые связаны со строительством училища и жизнью мецената Ивана Кобзаря, будут снимать в Вольском музее и в Энгельсе, в доме музея писателя Льва Касиля. Авторы проекта планируют провести премьеру в ноябре, когда закончатся все работы по монтажу.